Добрый день, любители рыбалки. Ну что, прошло 4 часа, как мы на речке. Ветер, конечно, офигенный. Несет все, и особенно траву. Это самое неприятное. Вот этот отвод мне вчера понадобился. Я, собственно, вчера показал, как его делать. Для вот такой вот снасти. Карась, конечно, проклевывается. Клюет подлещик. Одного карпика поймали. Но это... Это совсем... Ну, ничего. Будем ждать. При таком ветре без бубенчиков не обойтись. Траву несет, зараза, так сильно. Откуда ее только несет? Такой шмат. Карась клюет на червя. Но только червяка нацепил, тут же рак. И начинает его теребить. Все три удочки смотрят, как по команде, в одну сторону. Все три зацеплены травой. Вот она, на этой трава. Подлючище. Откуда ее несет, блин? Прямо рыбачить невозможно. Товарищ топчет арбуз. Карик, где рыба? Рыба вся в речке. Доброе утро, страна. 12 часов ночи, закончился ветер. Ну как закончился? Не совсем закончился, но так это был умеренный. Где-то, наверное, метра 4-5 в секунду. Потом был штиль. О. Не даст доложить. Потом был штиль. И где-то... где-то. 4 утра. Вот, ёпта мать. Сошел. 4 утра была поклевка карпа. Вытащил карпа. Затем карася, лещика, равно, наверное, 600. И все. Вот утро. Сомик был маленький. Ну, совсем маленький. Вот, пришлось утопить. И все. Вот такие наши дела за ночь. Так, ну что, подошла к концу наша рыбалка. Смотрим, что мы там поймали. Немножко, ну есть. Все, будьте здоровы.